заходим. Там, правда, темно. Тут подожди. У меня у тебя ключ есть, он не знаю. Не большая. Прописала сама. Сейчас она тебя возьмет. Сейчас застегивай. Когда там наша очередь? То, что не кормить, понятно, что потом чем кормить. А, завтра, в принципе, да. Сядем. Сиди. А мне через время не надо. Боится. Мир в шоке. Прикажи, что мне не Я 45 на прививочку. Катерина Сергеевна, тебе на прививочку. Ставь его на стол. Да. Не бойся, не бойся. Держи только за поводок, чтобы не убежал. Ну, и там уже вас на скотке я увидела, поэтому уже подкорректируемся. Симпатичный такой, симпатичный. Ой, какой ты красивый. Ой, какой же ты курчашечка. Ой, какой же ты курчашечка. Ой, бубенцы у тебя. Ой, ты бубенцы еще. Еще не будешь мне отдавать бубенцы? Нет? Нет. Нет, ты будешь размножаться? Ты такой разговорчивый. Нет, он вообще очень ласковый и спокойный. Если что-то на него. Ты такой разговорчивый. Ой, разнервничался. Хорошо. Хоть правильно уселись сюда? Да. А у него лапа уже зависла с поводка. Где? Даже она клеит. А, нет, у нас все правильно. Все, придерживайте его, потому что на шанс я не радуюсь. Не бойся, не бойся. Лапушка, ну не бойся. Ну ты же такой хороший. Курчавый, такой хороший. Ну ты же такой... настоящий мужчина. Такой симпатичный. Ой, лапушка. Такой, ой, какой тихо, тихо, ты. Тихо. Как барашек. Тихо, мой хороший. Как тихо, Амирчик, успокойся. Ты как барашек. Тихо, тихо, тихо. Ай, ты барашунечка. Моя лапушка, потерпи, потерпи, мой хороший. Все, терпи. Терпи. Лапочки у тебя в носочках, да, беленьких. Сам как овечка, да, курчашечка такой. Ой, какой ты курчавый. Надо зубы заговорить. Ой, какой ты курчавый. Тихо, тихо, тихо. Ой, все случилось все. Уже. Уже? Да, ты выйдешь. Температура у нас в норме, какаем КСМ нормально, не рвем, не поносим, нет. Аппетит хороший, все хорошо. Да. Но я его на всякий случай не кормила, хорошо. Чтобы он ничего не сделал. Сделаем. Амирчик, смотри. Какой котик. Красивый, кучерявый у меня. Вот. Нормально? Тихо, тихо. Все, ты успокоился? Перетерпеть, скажи, такое понижение. Амирчик, все хорошо. Все, мой малыш, не бойся. Симпатичная лапочка. Ой, уже с меня 7 потов сошло. Амирчик. Где ты?
А меня? С меня уже 7 потом сошло. Кто боится, да? Такое. Что такое? Все хорошо. Ты такой красивый. Ты такой красивый. Такой замечательный. Такой. Смотри, там тоже котик. Ему от этого не легче. Ну, смотри, сколько тебе комплиментов сделали. Чего ты плачешь? Боюсь. Чего ты плачешь? Объясни, ну почему ты плачешь? Я не трус, но я боюсь. Что? Ты боишься? Ты сейчас домой пойдешь. Ты сейчас пойдешь домой. Ты не дома такой крикливый, да? Ты нет, разговариваешь? Ты, вот, ты умеешь разговаривать? Ты пришел мне рассказывать, как ты, как тебя принесли сюда? Маленький, все хорошо, мой маленький. Больше шума, чем делать. А какие-то есть предписания? Кушать, незначительная галость – это норма. Ага. Как и на прививку у деток. Температура не будет повышаться? Может немножечко повыситься, но это в пределах нормы обычно в первые сутки. Помимо того, что... Амир, успокойся, все уже. Китя. Уже выдержал, все. Да, да, уже выдержал, все, поставить печать. Ага. Спасибо, это на ресепшн? Да, на кассу. Спасибо. Ой, большое. Как, ты хотел куснуть свой паспорт? Ты хотел куснуть его? Спасибо вам большое. Пожалуйста. Хорошего вечера. И вам тоже. Уже не хрипит, уже не хрипит. Хорошо. Не свистим. Хорошо. Чуть-чуть. Подоспит. Вообще не Маш, ты, конечно, врач должен же видеть картинку. Все, удачи, я достаю. Ну что, ты вот... Боже мой, ты уже что, бактерил? Да? Он не бактерил, за его дрэк. Тихо, не, она не... Ну что, засовывай его за пазуху. А я же не застегну. Давайте сядем. Давай сядем. Застегнемся. Ой, смотри, где это? Ой, это там котик, да? Что его не раздражало? Не-не-не, это чтоб не... Это тоже котик, да? Котик. А, ну тогда не пойди, не помиримся. Так, не такой. Хороший. Надо дружить с котиком. Нравится котик. Так, успокойся. Все. Даже родные братья. Ну. Тихо. Тихо, маленький, тихо. Даже же я застегнусь. Ой. Может, так его нести, да? Все, пошли так. Оп, ребенок. Так, не забыла ничего? Все, Амирчик. Мы уже пришли домой, Амир успокоился. Вот, в клинике нам дали вот такую визитку с номерами телефонов на всякий случай. Вот, сделали комплекс прививок необходимый.
Так что теперь амирчик в порядке у нас. Через год нужно будет повторить эту процедуру болезненную. Амирчик, ты герой? Ты герой, да? Амир, у тебя есть международный паспорт, ты знаешь об этом? Амирчик, смотри. Амир. Все, увлекся. Скажи, надо теперь отмываться, да? Отмываться надо, умываться и лизаться. Амирчик. Боягуз ты наш.